Эстафета «Вечного огня» прошла в районах Хабаровского края. Муниципальные образования региона стали участниками всероссийской патриотической акции «Эстафета вечного огня». 19 капсул с частицами пламени были переданы волонтерам после церемонии открытия мемориала на площади Славы в Хабаровске. Эстафету приняли в Комсомольске-на-Амуре, Амурских городах Бикини и Вяземском, в селе Богородском Ульского района, в поселках Снежный Комсомольского района и Чикдамын Верхнебуринского района, в поселке Дармендонтовка, в селах Шереметьево, Аван, Отрадное, Красицкое, Капитоново Вяземского района, в поселке Солнечный Солнечного района. Во всех этих поселениях есть мемориальные комплексы, где в дни празднования 70-летия Великой Победы горит вечный огонь. В краевом центре 8 мая огонь загорелся еще на одном реконструированном мемориале Славы, расположенном в сквере Дворца культуры железнодорожников.